День добрый, уважаемые коллеги. Давайте вкратце расскажу про тот продукт, который вы сейчас мне прямо сказал, возврат и лизинг. На сегодняшний момент довольно-таки интересный продукт, который позволяет среднему и малому бизнесу при отказах со стороны банковской системы взять финансирование. Что такое возвратный лизинг? Так, по таймингу немножко здесь все коротко и быстро, я быстро. То есть фактически лизинговая компания выдает вам денежные средства под ваше же действующее оборудование. То есть не нужно ничего нового закупать, у вас есть оборудование, вам нужны деньги, делается оценка, лизинговая компания вам на срок с лизинговым платежом выдает денежные средства, вы этим пользуетесь. То есть альтернатива банковскому кредиту. Также хочу вкратце рассказать о действующих льготных программах Газпромбанк лизинга. Данные программы это совместно с Минпромторгом. На сегодняшний момент их 14. Вкратце пробегусь по каждой и расскажу, что более интересно. Так, программа «Лизинговые проекты». Что у нас здесь? Значит, предмет лизинга – это у нас идет новое промышленное оборудование российского и иностранного производства. Ну, орган господдержки – это фонд развития промышленности при Минпромторге. Основные условия – это размер займа до 90% от объема аванса, но не более 27% от стоимости оборудования. То есть фактически здесь вам на ваш аванс, до 90% вашего аванса, выдается займ 1% годовых. Программа интересная, программа дает, так скажем, бизнесу тот аванс, которого, допустим, у кого-то не бывает. Программа «Автопром» также интересная программа. Здесь сама лизинговая компания предоставляет на каждую единицу коммерческого транспорта скидку до 500 тысяч рублей. Господдержка – это Минпромторг. Предмет лизинга – новая коммерческая колесная техника, произведенная на территории России. Условия финансирования – субсидирование, предоставленное на аванс, на авансовый платеж скидки до 10% от стоимости предмета лизинга, но не более 500 тысяч на одну единицу техники. То есть предоставляется как раз на замещение аванса. Следующая программа – программа «Строительно-дорожно-коммунальная техника». То же самое, господдержка со стороны Минпромторга. Предмет лизинга – это у нас «Строительно-дорожно-коммунальная техника». Условия финансирования, субсидирование, предоставленные на авансовый платеж скидки, также идет до 10% от стоимости предмета лизинга, но не превышающее значение от 45 тысяч до 4 миллионов рублей за одну единицу техники. Совместная программа с Министерством промышленности Республики Беларусь. Здесь предмет лизинга идет товары, произведенные в Республике Беларусь. Условия финансирования, субсидирование лизинговых платежей в размере 2/3 ключевой ставки Банка России. Минимальный размер аванса 10%, а максимальный срок лизинга 60%. Программа «Лизинг легкой промышленности». Довольно-таки интересная программа. То же самое, поддержка Минпромторг России. Предмет лизинга – оборудование иностранного и российского производства для легкой промышленности. Субсидирование предоставлено на аванс, на авансовый платеж скидки размером 30% от стоимости предмета залога. То есть фактически ваш аванс, на ваш аванс предоставляется скидка. Ну, вкратце, здесь есть еще программы, это лизинг вертолетов, не буду на нем останавливаться. Лизинг самолетов тоже не буду. Также есть лизинг по РЖД, это закупка пассажирских вагонов, тоже тематика не наша. Электротранспорт, тоже не буду останавливаться. Вот интересная программа, это идет программа техники на газомоторном топливе. Сейчас это активно развивается отрасль. Здесь орган господдержки также Минпромторг. Предмет лизинга – колесная техника, использующая природный газ в качестве моторного топлива. Условия. При приобретении техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива, поставщик предоставляет скидку на одну единицу
техники в размере от 115 тысяч рублей до 3,4 миллиона в зависимости от техники и ее специфики. Программа оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, также господдержка Минпромторг. Условия финансирования: поставщик оборудования предоставляет скидку в размере 15% от стоимости единицы. Дальше у нас там идет про морские суда, тоже не буду на этом останавливаться. Так. Сельскохозяйственная техника. Может быть, тоже интересно нашей аудитории. Также Минпромторг, господдержка. Условия финансирования: поставщиком предоставится скидка в размере 15% от стоимости предмета лизинга. Ну, на этом все. Какие-то вопросы будут появляться, можете задавать. На всякий случай запишите мой контактный телефон. Если будет интересно либо по лизингу, либо вот то, что первое я сам назвал, продукт «Возвратный лизинг», который заменяет на сегодняшний момент финансирование. Практика по челнам у нас здесь есть. У нас уже есть ряд клиентов, которые воспользовались. И на сегодняшний момент сейчас новые заявки есть, которые мы рассматриваем. 987, мой телефон. 279-92-37. Нохин Андрей. Спасибо. Спасибо. Возвратный лизинг — это средства и подоборот, и так далее, и тому подобное. И нет